Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем обзоре рассмотрим Меркурий на всех становых дробашах. Очень интересная сборочка, наиболее эффективная, естественно, вблизи, с расстояния 0 метров. Также можно стрелять, конечно, и на более удаленном расстоянии. Чем больше размер робота вражеского, тем эффективнее будет на более отдаленном расстоянии. Но неплохо можно накидывать с расстояния, условно говоря, 150-250 метров. Установлены данной сборочке пассивные модули, серебряные, прокачаны до максимального 4 левела. Это плюс 4%, если не ошибаюсь. Да, плюс 4% дается. Ну и давайте пробежимся по новостям и полетим в бой. Разрывать рандом. Так, официальная группа. Номы с 20 апреля, новые роботы в обновлении 5.0. Это мы уже смотрели. Ваурбот Рус. Так, Ваурбот Рус, давай наверх идем. Идем. Так, тестовый сервер. Кому интересно, смотрите, видосик есть. Я видео не стал делать. Меня это несколько бесит. Потому что игра приобретает фэнтезийный оттенок все больше и больше. Ну, в общем, там в двух словах есть какое-то проклятие. Накладываешь проклятие на врага, и он получает больше повреждений. На каких основаниях, на каких физических законах это все работает, для меня большой вопрос. Ну и для разработчиков, в принципе, тоже. Кто-то из разработчиков переиграл в Lineage. Так, записи сообщества. Розыгрыш был на канале Адриана. Почему я не могу провести розыгрыш, не знаю. Почему русских, на русских так мало разыгрывают? А, хотя, не, участвует. Как его зовут-то, бородатый? Астрофемус. Астрофемус разыгрывает. Просто я никогда на него не попадаю. Нужно быть в прямом эфире у него на стриме. Надо как-то Астрофемусу сказать, чтобы он не только в прямом эфире раздавал голдишку, но как-то и после прямого эфира. Комментарии по комментариям. А так как-то нечестно получается. Россия — это широкая страна. И тем более не только Россия. Он же на страны СНГ вещает. И соответственно часовые пояса у всех разные. Лучше, конечно, было бы проводить розыгрыш по комментариям под видео. Ну и можно и на стриме, и под стримом. Так, гулять-то гулять. И Breaking News, старенькая новость. Скорее всего, вы ее уже почитали. В общем, новостей нет, тишина. Потому что были выходные дни. Сегодня понедельничек. Новостей, скорее всего, будет... А, нет, сегодня после выходных еще никто не проснется. Во вторник, скорее всего, будет куча-куча новостей. Ну, хотя посмотрим, не знаю. Сегодня вот прошли выборы, вчера прошли выборы на Украине. Победил комик, как его комик? Зеленский победил. Интересно, чем все дело закончится. Я вот наблюдаю за Воровцем, чем все дело закончится. Также мне очень интересно на Украине, потому что не чужие нам люди. Нет, давайте, дорогие мои подписчики, не будем на этой карте играть. Только что на ней играл, только что играл на этой карте. Не на запись, просто разминочка, чтобы не тупить сначала. Чтобы протупить первый бой не на запись, а второй бой более-менее нормально отыграть. Так, вот он, давайте, второй бой мой. Ну, на запись первый бой. И карта нормальненькая. Клана не вижу. Кланов не вижу. И вопрос, на чем выходить. А давайте соригинальничаем и возьмем сразу белого дракона и быстренько полетим за маячками. Как вам такая тактика? По-моему, тактика фуфло полная. Ну что ж поделать. Надо попробовать в жизни все. Так. Ох ты, кумихо-хо-хо-хо-хо. Так. Горит, но он захватит маячок, и нам будет хана. Они будут здесь респаться. Нет, он не может захватить маячок. Давай-давай, шугай его, чтобы маяк не сделал красным. Сделал красно, все, нам хана. Ты кто, на драгунах? Так, давайте я лечусь, понятно. Кирдык мне сейчас будет. Да, если бы не лечение, бы отполовинил меня робота точно. Так у меня осталось где-то процентов 60 хпшки. Тоже весьма печально. У нас всего один маячок. Давайте постараюсь я разменять робота за маяк, что ли. Совсем как-то неприлично мы играем. Да тебе что надо вообще? Он конкретно по мне работает. Что я тебе плохого сделал? Ты даже меня не знаешь, а? Так, ты кто? Хаверок? Ай, блин, летаю опять. Не понять, как летаю, а? Так, лечусь. И стараюсь выключить маячок. Так, убегаю. Маяк выключен. Аккуратненько нужно его захватить. Да, все получается. Вот вам булорг, да? В любой не лезет и очень неплохо себя чувствует. Так, два маяка есть.
теперь можно не паниковать. Можно спокойненько играть, но, естественно, нужно приставать и захватывать маячок. Вот, Булорг отступил. Ух ты, меня подлатали, большое спасибо. Так, ладно, вы пошли атаковать, я тогда пойду защищать маячок. У нас уже хотят забрать респовый маячок, наглецы-подлецы. Да ё-моё. Лезут. Лезут боты. Tower Defense, а? Вы не думаете, что вы окочуритесь сейчас, а? Лаги присутствуют. Так, стараюсь упасть в безопасное место. Все получилось отлично у меня. Пилотирование высший класс. Активирую лечение, потому что вижу агрессию в мою сторону. Так, лечение не спасло. И давайте теперь выпускаем из клетки нашего тигра сегодняшнего. И смотрите, как он разрывается с расстояния 100 метров. С расстояния 100 метров просто разорвал. Здесь также 100 метров. Хачик разорван. В клочья порвал его. Так. Все, маяк захвачен. Так. Инг заморожен в инвизи. Вот вам, зверя выпустили из клетки. И 200 метров разрываем. Так. Даже Аресу досталось немножко. 450 метров. Смотрите, как хпшка уменьшается. Ой, охренеть, а. Вот это сборочка. Так, вижу мой брат, по несчастью. По несчастью, потому что он в вражеской команде. Хотел растоптать нашего, но нет. Сегодня не твой день. Так. Давайте. Замораживаем. Вот, сразу замерз. Ну, 30 становых дробаша дают о себе знать. 36% у каждого. Шанс торможения, шанс остановки. Ну, правильно называется по-английски это root. Да? Ну, как-то в Аробусе это слово не прижилось, root. Накидывает, просто не по-человечески накидывает. Ну ты жесткий, а. Лечусь давайте. Естественно, он сейчас появится. Ох ты, блин, по маякам проиграли. Но по-жесткому разрывал этот зверюга. Маленький и какой злой, а. Давайте еще бой. Бой был быстрый, поэтому давайте этот бой не будем учитывать. Еще два боя впереди. Будете наслаждаться игрой Меркурий на всех дробашах. Охренеть, зверюга. Представляете, что поставить, если поставить ему дорогущие термонуклеаторы. 3 штуки. Ну или 2 штуки и ластенд. Ё-моё, что он будет творить? Так. Вблизи просто с пару выстрелов всех будет сносить. Ну, конечно, с инвайдером придется помучиться, но без проблем разберет его. Так. Негодяи, которые нас атаковали, победили в предыдущем бою. Вот вижу Скай этот. Так. Заморозить, убить, нет? По-моему, не судьба. Так, я отступаю. Этот негодяй не хочет окочуриваться. Так, главное, центральный маяк захватили. И где-то мы не захватили маячок. Вот Тупилкин. Мистер Тупилкин. Ё-моё, чё он творит, а? Вот с такими тупилками мы играем, а потом такие у нас большие проблемы. И у нас забирают уже... Какой маяк забирают? А, центральный. Да. Потом вопросы, соответственно, не задавайте. Почему мы проиграли? Ну, соответственно, вы и сами понимаете, да? В чем проблема? Вот, Тупилкин стоит, даже ни черта не может пошевелиться. Или он вообще отвалился? Ладно. Сходил коллега, захватил маяк. Тут меня хотят отшпилить. И, в принципе, у него получилось бы, если бы не мой щит. Так. Так. И прячусь. Успешно. До ластенда меня довели, это не проблема. Вторая жизнь начинается, опять я снова молодой. Так, активирую щит. Не успел. Поторопился. Выбираем, выпускаем из клетки нашего зверюгу. Опять у нас один маячок. Нет, два маячка. Да, подбор просто жестокий, не дает расслабиться. И поиграть в свое удовольствие. Да ты задолбал на своем булорке, активируй лечение. Вот он накидывает, а. Помощь будет. Одни балбесы сплошные.
Я просто в шоке. И еще негодяй появится. Нет, не успел появиться. Надо этого Old School или как его там? Old Sky. Клан Sky, ник Old. Его нужно забирать. Ни хрена себе, он там на булурке разыгрался. Паренек, мозоли на пальцах будут, так играть будешь классно на булурке. Да, я иду за тобой. Не за тобой, за ним. Он по полной зарядил свой щит, активировал свой щит, но нет. Щит у него я уничтожил. Активирую лечение. Вот, меня блиц атакует. Бедолага бежит, еще не понял, что его ожидает. Его ждет неминуемая смерть. Смертушка. Так. Опускаемся первым на землю. Бабах. И нас, естественно, заберут. Мне немножко осталось хпшки. Выпускаем теперь уже летающего чудо-юда рыбакит. Так, коррозия идет. Огнемет с коррозией и вайперы с коррозией. Работаем, работаем, работаем. Коррозия работает. Last end у него. Подождем немножко. Пошли опять его. Гори в аду. Отлично, маячок остался наш. Ты по ком стреляешь? Там негодяй, что ли? И опять пустили негодяя в тыл. Ай-яй-яй, этот негодяй просто кругом нас окружают. Так, хачика сожгем давайте. И пора защищать маячок. Где негодяй? Вот он, негодяй. Сожгли его, отлично. Хорошая у меня позиция. Ох ты, давайте поработаем. Второй арест. Ага. Угу. Опять этот олд. Хорошо играет олд на своем булорке. Но, скорее всего, на аресе тоже он нехило играет. И вайпер надо перезарядить. Давайте олду зайдем в тыл. Чтобы он так себя комфортно не чувствовал. У меня уже способность имеется. Так. Гоу, бич, иди на пляж, что ли? Или, возможно, такое-то ругательное слово. Скорее всего, второй вариант. Так, коррозия пошла. Вот немножко горит, 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 но он не догорит, по-любому. И надо лететь этого пляжника, пляжномена забирать. Так, стараюсь максимальный вред причинить врагам. Так. Блин, у нас вся команда высохла просто. Куда делась наша команда? Большой-большой вопрос. Естественно, меня сейчас разорвут. Все во мне стреляют. Все. Абсолютно все. 3 секунды продержусь, а нет? 1 секунду. Продержался. Еще могу поиграть. Поугарать. Так, давайте. Максимальный вред причиняем врагам. Жгем. Огнемет с коррозией. Вайперы, лаги. Все до кучи. Разорвали. 1 против 6. Где наша команда? Давай, давай, давай. Закончилась у него способность и разрываю его. У него сработал last end. Активирую лечение. Еще одно лечение. Сопротивление урону работает. Меркурий меня будет топтать. Блин, печально. Забрал Меркурий. Угу. Полоска наша так сильно тает, что, скорее всего, инвайдер я нормально не поиграю. Угу. Да, бой закончен. Еще один позорный бой. Да. Пилот вообще не играл. Пилот, ну, возможно, отвалился. И давайте, без лишней паузы, еще один бой. Заключительный. В сегодняшней серии будет хоть один нормальный бой? Вопрос куда? Вопрос в пустоту. Мы опустились как на дно, поговорка, но тут со дна постучали или снизу постучали. Как-то такая смешная поговорка есть. Вот то же самое с подбором. Думаю, что подбор уже дальше хуже некуда, и тут оказывается, что дно не пробито. Есть куда еще опускаться. Так, постараюсь, вот здесь интересное такое местечко есть, простреливается хорошо, но нет, страйдер несется, молодец, надо замораживать его до маяка, успел, да, даже если сейчас он замерзнет, то замерзнет на маяке. Так, бомбермен, сильный клан, ласт энд имеется, да, все как у нормальных парней,
Деньгами он не обделен. И бежит убивать меня. И у него это, в принципе, может получиться. До ластеда меня негодяй довел. Ареса потерял я впустую. Да. Убил бомбермена и попукал немножко по страйдеру. Эффективность минус 100%. Такого крутого робота, такой крутой прокачки просто просадил. Так, давайте все-таки страйдера доберем. Грехи отцов будем устранять. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Активирую лечение и валю отсюда нахрен. Опять у нас уже на нашей базе резвятся. Где мои союзники? Не могу понять, а? Ну, забирай его, он меня сейчас убьет, белого дракона. Нормально еще. Нормально, да? Тут, по-моему, комментировать ничего не надо. Нас просто имеют. Неужели, а? Посмотрите, а? Так, дальше что? Блиц. Помогаю. Это Гоу Бичет из предыдущего боя. Угу. Дальше-то что? Вы будете вообще воевать, нет? Или мне дальше продолжать сливать ботов? Профиль Меркурий низкий, и даже в инвизии, как видите, инк просто умер в инвизии. Ё-моё. Чудесный робот. Так, прыгаю на пустое место, чтобы просто уйти от атаки, потому что помощи не будет ровно с счетом никакой. Да вы вообще будете воевать, нет? Такие трудные. Так тяжко с вами играть. Так, замерз, отлично. Отлично, смотрите, как он погибает. Правда, не помогают. Угу. Так. Угу. Надо выцепить негодяя. Вот он, сильный игрок. Поймал тебя. Теперь ты мой. Нет, у тебя ластен, да? Убегай. Убежал. Отлично, вовремя убежал. Через 6 секунд у меня загрузится, перезарядится лечение. Без лечения в этом бою просто тупо делать нечего. Вот у негодяя, который кусается. Растопчем его давайте. Ха-ха-ха-ха, подбил в воздухе. Неужели хоть один веселый момент был в этой игре? Да. Дно пробито. Да. Активирую лечение, забираю. Отлично, тулумбасника. Вот, герой дня, и он резвится вовсю. Нормально, так и должно быть. Парни, у нас маячок заберут, очнитесь. У нас все маяки позабирали. Японская мама. Почему ты не идешь маяк захват? Смотрите, что он творит. Он просто взял и спрятался. А то, что маяк не захвачен, тебя что, не волнует? Так. Кому-то пришел трындец. И это я. Так. Смотрите, что творится. Разорвал его вблизи. Полудохлый робот разорвал. Спектроидного. Инвайдер. Но в этом случае ничего мы не сможем сделать. Только защищать маячок, оборонять. Инка в инвизе разрываю. Так. Ластенд. Опять клан Зефта. Из клана Зеф. Негодяй. Да ё-моё. Да ты задолбал уже, а? Не могу по нему попасть. Профиль низкий у него. Я был немножко повыше. Так. Отлично. Ну вы счастливы, да, парни? Все, опять мы проиграли. Давайте посмотрим результаты. И, в принципе, уже давайте до часу дня. Дальше судьбу испытывать просто бесполезно. Люди не играют. По 300 тысяч чемпион лиги набивают. Ну, они, в принципе, и не чемпионы. Ага. Вот такие у него роботы, мастер лига, мастера они уже. Мастера только почем? По сливу? Это чемпион. Прокачка 7-го левела, он чемпион.
Аплодисменты. Даже пятый левел там видел. На этом все. До часу дня. Пока.